сегодня позвонил Вячеславу Владимировичу Гладкову, губернатору Белгородской области. Мы с ним переговорили. По его информации, более 60 тысяч семей сегодня попали в сложную ситуацию, поэтому обратился к нам с точки зрения поддержки предметами первой необходимости и личной гигиены. Сегодня мы провели совещание с коллегами, для себя взяли несколько дней для того, чтобы сформировать вот эту потребность. Понятно, она будет постоянно выполняться, но мы отправляем воду байкальскую, 20 тонн воды и вот предметы первой необходимости. Сегодня основные города, которые присутствовали, это Иркутск, Ангарск и Братск. Ну и, конечно, здесь наша общественная организация, сейчас мы сформируем потребности, отправим колонну. А дальше, конечно, будем смотреть. Я также предложил возможность сегодня детям посетить Байкал. Мы готовы в этом плане тоже поучаствовать с точки зрения оздоровительного такого формата, находиться здесь и побыть у нас на нашей территории. Здесь точно принцип «своих не бросаем».